источник загрязнения на сегодняшний день всеми экспертами признанный, и это даже в рекомендациях ООН написано, это является выхлопы наших автомобилей. То есть топливо, которое мы сжигаем в двигателях внутреннего сгорания. Сколько будет топливо некачественное, настолько возрастает и угроза жизни людей и окружающей среде. Поэтому все зависит от того, насколько мы будем использовать качественное топливо. На сегодняшний день это век нефти и все-таки горюче-смазочных материалов. Потому что двигатели внутреннего сгорания на сегодняшний день являются основным двигателем прогресса. От этого мы никуда не уйдем в ближайшие еще 50 лет, наверное. Поэтому все экологи мира и все правительства мира, и это ООНовское требование уже, защитить нашу экологию, климат можно только одним способом. Это повышать качество нашего топлива и таким образом снижать вредные воздействия на окружающую среду. По-другому защититься мы не можем. Поэтому единственная наша задача — это на территории Кыргызской Республики заставить поскорее наши заводы модернизироваться и выпускать топливо классом не ниже Евро-4. И также мы должны заставить и обязать наше правительство, всех наших нефтетрейдеров и всех, кто на этом рынке ГСМ ведет бизнес, торговать, реализовывать топливо классом не ниже Евро-4. По-другому мы уже защитить себя не можем.